you play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. Всем привет, привет всем, кто смотрит это видео. И в этом видео я вам покажу, как взломать Free Fire Garena. Но перед этим поставьте лайк на это видео, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, также жмякните на колокольчик и напишите свой топовый комментарий, который, возможно, попадет в следующий видос. В мини-конкурсе на 310 алмазов победил этот везучий чувак. Красавчик, что могу еще сказать. Если вы тоже хотите получить 310 алмазов, то что вы должны сделать? Вы должны подписаться на канал, поставить лайк на это видео, написать топовый комментарий и подписаться на меня в инстаграме. Ссылочка на мой инстаграм в описании видео. Вы должны подписаться на меня и написать мне в инстаграме в сообщение, либо же в директ, это одно и то же, то что вы участвуете. И все, ребятушки, ждите выигрыш. Так, ну что ж, вы набрали 1000 лайков под прошлым видео, так как мы и договаривались, я снимаю новый взлом игры Free Fire Garena. В общем-то, вы набрали 1000 лайков, вы молодцы, ребятушки, спасибо вам большое. Давайте на этом видео тоже наберем 1000 лайков, и я вылаживаю новый взлом и новый мини-конкурс на 310 алмазов. Так, ну что ж, давайте я вам покажу, как взломать игру Free Fire Garena на Android, чтобы было много алмазов. Это все, ребятушки, легко и просто. Мы заходим в джекпот. Заходим в джекпот, заходим в золотой джекпот и открываем его один раз, ребят. Открываем его один раз, неважно, что он выпадет абсолютно. Потом, ребятушки, мы заходим в Fire Pass, то есть в пропуск. И нажимаем купить 5 раз, то есть 1, крестик, 2, крестик, 3, крестик, 4 и 5. После этого, ребятушки, мы заходим в магазин. Заходим в магазин и нам нужен пункт обмен. Заходим в обмен, выбираем Леди Гуль и покупаем ее 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше, ребятушки, мы заходим в фрагмент куба и куб покупаем. Угадайте, сколько раз. Просто, ребятушки, угадайте. 13 раз. Не знаю, почему так, но на данный момент тактика такая и взлом такой. И он реально рабочий. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот. Также, ребятушки, если вы нажмете чуть больше или меньше, у вас, конечно же, взлом не получится. Ребят, это я вам говорю сразу же. Дальше опять заходим в магазин, выбираем набор и выбираем вот этот вот наборчик, ребятушки. Вот. По-моему, как он, конечно же, не новый, либо же новый, ну, короче, неважно. И покупаем его 2 раза. 1, 2. Вот. Потом выбираем вот этот набор и покупаем его тоже 2 раза. 1, так, понятно. 1 и 2. Дальше выбираем вот этот набор, ребятушки, и покупаем его уже 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, ребятушки. После этого заходим опять в джекпот. Нам нужен золотой джекпот, потому что мы все-таки взламываем на халяву, без всяких вложений. И открываем его 2 раза, то есть 1 и 2. Все, открыли его 2 раза. После этого, ребятушки, вы выходите из Free Fire и ждете 1 час. То есть вы ждете ровно 1 час. После 1 часа вы можете в это время покамись покушать, помочь родителям, посмотреть мои другие взломы, видосики и так далее. А после 1 часа вы заходите в игру Free Fire Garena, и у вас 100% будет очень, ребятушки, очень много алмазов. Просто не благодарите. И, ребят, обязательно, очень важно, досматривайте это видео до конца. Там самое интересное и самое важное для вас всех. Ну вот и прилетел этот видос к концу, ребят. Игру Free Fire Garena взломать невозможно. А если вы ее каким-то образом взломаете, то в течение нескольких дней, часов, секунд, минут вам прилетит бан. Поэтому лучше, ребятушки, не страдайте этой фигней. Я снимаю это ради шутки, ради развлекательного контента. Это как бы небольшой пранк, поэтому давайте, ребятушки, ставьте лайк на это видео. Набираем 1000 лайков, и я выпускаю новый смешной взлом, новый развлекательный взлом с мини-конкурсом на 310 алмазов для вас. Поэтому 1000 лайков с меня видос. Ну а с вами был RamsPoPlay. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, пишите свой позитивнейший комментарий. Всем удачи, ребят, и всем пока!